Зима уже не за горами, и настало время позаботиться о своей ласточке и как следует подготовить ее к суровым условиям. Но в помощь я вам подготовил подборку отличных товаров с сайта AliExpress для автомобилистов. Также не забывайте про ключи от игр в Steam. Как многие из вас знают, 11 ноября на Али стартует глобальная распродажа, и цены на многие товары будут снижены. Но для того, чтобы не попасть на фейковые скидки, которые так любят делать китайцы, то есть они задирают цену в два раза накануне распродажи и на самой распродаже делают скидку в 30%, из-за чего вы еще и переплатите за товар. Установите приложение AliRadar. Это приложение позволит вам видеть динамику цен на любой товар, и вы с легкостью вычислите обманщика. Также вы сможете увидеть схожие товары у других продавцов, посмотреть рейтинг продавца, найти видеообзор товара. Ссылку на AliRadar я вставлю в описании к видео. Первый на сегодня товар – это самый маленький GSM-трекер. Его компактный размер и водонепроницаемая конструкция позволят разместить его в любом месте автомобиля или мотоцикла. Рабочий температурный диапазон от минус 20 до 50 градусов Цельсия. Имеется встроенный аккумулятор на 150 мАч, что позволяет трекеру работать несколько часов в автономном режиме. Установив специальное приложение на смартфон, вы всегда будете в курсе, где находится ваш автомобиль. Судя по комментариям и отзывам, трекер часто заказывают сами установщики сигнализации. Это уже говорит о том, что данный товар заслужил внимания профессионалов. А это не просто стильный видеорегистратор, он по совместительству еще и ароматизатор. Регистратор действительно хороший, от небезызвестного производителя Blackview. Удобный дисплей, кронштейн, который позволит установить регистратор на любую поверхность. Возможность установить карту памяти на 32 гигабайта. Запись видео в формате 1080p с частотой кадров 30 в секунду позволит разглядеть номера даже самой быстрой встречки. Все это делает регистратор Blackview одним из лучших в соотношении цена-качество. И скажу вам по секрету, этот продавец кладет подарки в виде флешки и Саламандра. Магазин с отличными LED-панелями, или как еще называют в простонародье, светобумага. Это отличный способ украсить салон вашего авто красивыми неоновыми цветами, которые при умелом использовании могут превратить ваш автомобиль в идеальное место для релакса. На выбор есть 6 разных цветов, размер листа 10 на 10 сантиметров, рабочая температура начинается от минус 30 градусов Цельсия. Для русских морозов подходит. Ну и самое главное, на что стоит обратить внимание, это большое количество положительных отзывов. Для любителей горячего чая и кофе я подыскал автомобильный термос с подогревом. Мало того, что он отлично сохраняет тепло, так он еще и подогревает ваш напиток. Все стандартно, работает от прикуривателя. Есть датчик температуры, информационный дисплей и кнопки, которыми можно задать необходимую температуру и периодичность подогрева. На мой взгляд, это идеальный вариант для загородных поездок. Некоторые подписчики просили меня найти хорошего продавца хромированных накладок на панели приборов. В описании я дам вам ссылку на несколько интересных магазинов, в которых можно найти хромированные кольца к большинству иномарок. Как по мне, панели с такими накладками смотрятся намного современнее и красивее. Монтаж не составит большого труда даже тем, кто ни разу этого не делал. Зато результат превосходит все ожидания. Думаю, вы сами видите разницу. А это отличный набор рожковых ключей с трещоткой. Да, я тоже такого раньше не видел. Рожковый ключ, да еще и с трещоткой. Думаю, разработчик заслужил жирный лайк за это. В целом, покупатели довольны товаром. Есть только несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, высокая цена. Во-вторых, ключ годится для откручивания и закручивания гаек. Но для того, чтобы хорошенько затянуть гайку, трещотка слабовата. И в-третьих, широкая губа не позволит работать с гайками, расположенными близко к стенке. Перед покупкой нужно обязательно учесть эти моменты. Продолжая тему светотюнинга, хочу показать вам диодную ленту с бегающими огнями, как в Понтиаке из фильма «Рыцарь дорог». Выглядит очень красиво, особенно если установить в решетку радиатора. Правда, полиция не даст вам долго наслаждаться такой красотой, но зато в качестве дополнительного стоп-сигнала она будет очень кстати. Привлекает внимание водителей, что повышает безопасность при экстренном торможении. И опять же, красиво. Я давно искал видеорегистратор с выносной камерой. Это гораздо удобнее, чем обвешивать лобовое стекло громоздкими камерами и антирадарами. И вот, наконец, китайские производители сделали его. Регистратор с двумя выносными компактными камерами, которые можно установить в любой части автомобиля. Хоть на решетку радиатора крепи. Главное, чтобы на панели был порядок и чистота. Ну а сам рекордер можно спрятать в бардачок. Это очень удобно. Разрешение видео 720p. Запись ведется на карту памяти microSD. Сенсорный дисплей. Правда, данный регистратор у автомобилистов не пользуется большим спросом. Его больше заказывают любители двухколесного транспорта. Помните рекламный ролик? Якобы самая надежная защита от угона. Так вот, нечто подобное китайцы придумали для двухдиновых магнитол. И если вы надолго оставляете автомобиль на бесплатной парковке, тогда прикупите себе такую заглушку для вашей магнитолы. Думаю, воришки не позарятся на такую красоту. И ваш пионер на андроиде останется незамеченным и нетронутым. И кстати, у данного товара очень мало заказов из России. Видимо, у нас дефицит магнитол уже прошел.
V-образные дневные ходовые огни. Если дизайн вашего автомобиля позволяет установить подобные огни, то это хороший вариант, скажу я вам. За 200 рублей вы получите хорошие огни, которые при этом не выглядят колхозно. Я бы даже сказал наоборот, приукрасят автомобиль. Свет от них мягкий, равномерно распределяется по всей поверхности светящей полосы. Монтаж не составит большого труда. И опять-таки, судя по отзывам, люди заказывают их оптом в промышленных масштабах. К термосу из этого видео можно прикупить такую автомобильную сумку-органайзер. Очень удобно, чтобы вещи не катались по багажнику. Сумка сделана из пластика, за счет чего имеет жесткий каркас. Застежки-молнии позволят полностью разложить сумку. Внутри есть несколько карманов для фиксации мелочи или бумаг, а также ремни на дне сумки, как на чемоданах, для того, чтобы фиксировать там одежду. Удобный плечевой ремень для переноски сумки. Она водонепроницаемая, благодаря чему ваши вещи будут чистыми, даже если багажник протекает или туда попадет снег. Еще меня часто спрашивали в личке, где найти диодные и тюнингованные фары на тот или иной автомобиль. И так как я считаю, что делать видео, посвященное только автомобильным фарам, нецелесообразно, просто дам вам ссылку на несколько хороших магазинов с хорошей оптикой для большинства иномарок. Думаю, многие из вас найдут там свою модель. Опять-таки, соотношение цена-качество в этих магазинах заставит вас еще долго ходить со счастливой улыбкой на лице. Кстати, там есть отличные решения для ходовых огней индивидуально под каждую модель. Если вы не счастливый обладатель полного электропакета в вашем авто, тогда рекомендую присмотреться к этим алюминиевым ручкам стеклоподъемника. Ручки представлены в 4 цветах – черный, синий, серебристый и красный. Ручки универсальные, подойдут для большинства автомобилей. А если учесть, что пластиковые весла на морозе часто ломаются, то это хорошее решение вашей проблемы. Неплохой способ украсить интерьер своего авто, тем более ценник более чем адекватный – 500 рублей за пару. Несколько лет назад, когда я был обладателем гиковской тачки Prius в 20-м кузове, со мной приключилась неприятная ситуация. Двигаясь по трассе между полосками решетки радиатора, пролетел камешек. Маленький такой, размером с горох. Этот маленький засранец продырявил мне радиатор кондиционера, из-за чего мне пришлось выкладывать 5000 рублей за его замену. Меня тогда бомбило не по-детски. Избежать подобной проблемы поможет такая металлическая сетка для решетки радиатора. Если установить ее на внутренней стороне, ее не будет видно. Зато она сможет уберечь ваш автомобиль от нежелательного мусора на дороге. Тем более на современных автомобилях сейчас такие решетки делают, что в них может пролезть не то что камень. Целая ветка зайдет как по маслу. Японцы с их идеальными дорогами вообще не знают о таких проблемах. А у нас такая сеточка must-have для каждого автовладельца. Колпачки на ниппель с цветовыми индикаторами давления. Удобная вещь, особенно для низкопрофильной резины. Работают просто. Если индикатор зеленого цвета, значит давление в шинах нормальное. Показался желтый индикатор, значит давление снижено на 10%. Если красный, пора, дружище, доставать насос. Цена за комплект колпачков 200 рублей. Более 1500 заказов и почти все довольны своим приобретением. Универсальный диагностический прибор Launch Easy Diag для смартфонов на Android. От себя скажу, что я долгое время пользовался более старой моделью этого же производителя. И вполне успешно. К данному прибору придется прикупить платное приложение, которое, собственно, и содержит в себе основную ценность. Приложение на английском языке. Смартфон подключается к прибору через кабель USB. Сам же прибор является мультимарочным и подходит для большинства иномарок. Вещь не дешевая, но для людей, постоянно следящих за состоянием своего автомобиля, это отличное решение. Все лучше, чем постоянно к автоэлектрику ездить. Напишите мне в комментарии, какой товар, по вашему мнению, самый полезный для автомобилистов, а также подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые видео. И помните, с каждым лайком под этим видео ваша посылка идет быстрее. А у нас время репостеров.